Крупнейший проект лояльности будет запущен в Японии. Генеральный директор гиганта электронной коммерции Rakuten Хироси Микитани заявил о программе лояльности на блокчейн стоимостью $9 миллиардов. Программа позволит превратить баллы Rakuten Super Points в монеты Rakuten Coin. Эти инициативы призваны стимулировать рост доходов клиентов, снизить взаимное раздражение и издержки традиционных схем лояльности, делая их более дешевыми и удобными для потребителей. Технологии блокчейн позволяют проводить регулярные акции лояльности более эффективно, открывая путь к совершенно новым экономическим моделям.